Все, последние теплые деньки. Ой, как быстро лето пролетело, да? Вот бы еще на море съездить. Да лучше нашей рыбалки нет ничего. Подсекаем. Рыбалка? Еще какая! Какая красота, Вить. Это не наш, наш дальше. Ау! Что это, Вить? Ты же бронировал. Да, Матвей, что это? Это... Ладно, в машине там все есть. Давайте с вас, как говорится, очаг и уют, с нас рыбалка. Знаете что, живите тут сами, а мы пойдем в тот домик. Так забронированы они все, только эти остались. Тогда мы пойдем на речку, а вы создавайте уют. Да-да-да. А то же вы говорили, что мы дома просто отдыхаем. Вот, посмотрите, как мы дома просто отдыхаем. Угу. Секундочку. Жилетик-то, прошу. Ну все, чувствую, остались мы без еды. Как ловить рыбу? Нужен червь. В дороге ранил, наверное. Пойдем-ка посмотрим, как там наши рыбаки. Клюет, клюет! О, что делать? О, Маш, улов-то! Во! Сразу видно, итальянская кухня. А, понятно. Пойдем, смотри отсюда. Скоро футбол, видишь, не любят нас здесь. Пойдем. Ну, рыбаки. Смотри, клюет! Ну что делать? Давай, сачок. Давай, 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 давай. Аня! А где рыба? Уплыла. Ну ладно. Пошли тогда к ребятам наверх. Ненавижу рыбалку! Матвей! Ну, началось. А? Ой, погоди. Последний штрих. Походная. А-а. Витя, вы чем все время занимались? Что значит чем? Налаживаем быт, очаг, уют. А рыба где? Или она вас поймала? Знаете что? Что? Будет вам рыба. Да. Пойдем, Ань. Может, не зря так с ним. Успокойся, Матвей. Слушай, может, зря мы с ним поссорились, а? Ну, где мы теперь рыбу достанем? Может, доставка? Наши рыбаки наверняка так делают. Это идея. Доставай телефон. Как всегда. Слушай, может быть, пойдем на мировую? А то как-то скучно без девчонок. Согласен. Для начала здесь, конечно, надо порядок навести. Есть одна идейка. Пошли. Матвей! Маш, это... Ну, извини, пожалуйста, что Матвей заказал другой дом. И вы нас простите. Рыбалка – это все-таки по вашей части. Клюет! Клюет! Тихо, тихо! Матвей, быстро лодочку хватай. В сторонку! Сторонку, девушка, в сторонку! Что ты, олень? Давай лучше! Что ты ржешь-то, вредитель? Старше! Пошли! Человек, а? Поймал! Как красиво! Витя, Матвей, где вы это все взяли? Ну, как говорится, нужно быть готовым ко всему. А рыба откуда? Нужно быть готовым ко всему. Понял, прошу. Это для вкуса. Какая волшебная ночь. Красота. Ребята, главное – это всегда доверять друг другу. И тогда все обязательно сбудется. Но напомню, что рыбу мы все-таки поймали. Морскую в реке. Так. Не надо мне на моря. Погнали на рыбалку. Ох-ох-ох-ох-ой-ой-ой. Давайте-ка за рыбалку.